Привет, с вами Полли. Сегодня я расскажу еще об одном конкурсе для художников-иллюстраторов. Я сама только недавно узнала об этом конкурсе, времени уже осталось немного, но вы успеете поучаствовать, если у вас есть работы такие, подходящие под тему конкурса, или, может, вы успеете что-то нарисовать. И конкурс проводится до 13 июля. Называется «Тема под водой». То есть нужно нарисовать разные иллюстрации, когда кто-то где-то плавает или, может быть, какая-то природа под водой. Также там указано, что можно под водой бассейна. То есть, в общем, вы можете придумать все, что хотите на эту тематику и успеть поучаствовать. Участие там бесплатно, и указано, что можно присылать разные иллюстрации, даже цифровые, то есть даже те, которые вы с каким-то программным обеспечением создаете, все это они принимают. Призы будут довольно хорошие. Первое место – $2000 и код активации Clip Studio Point EX, или как-то так, EX, в общем, вот эта программа. Второе место – $500 и такой же код активации. С третьего по пятое места призы по $200, тоже код активации на программу. С 6 по 10 место $100 приз и код активации. И с 11 по 20, то есть еще 10 человек, получат поощрительные грамоты и также код активации. И если у вас есть соответствующие какие-то картинки, может быть даже картины, ну в общем-то иллюстрации, вы поучаствуете и вы можете выиграть либо денежный приз и программу, либо поощрительную грамоту, что для художника тоже неплохо, хотя, конечно, деньги лучше, вот, но я думаю, что поучаствовать нужно. У меня, по-моему, таких иллюстраций нет на эту тему, хотя должны, конечно, быть, вот, но я подумаю, может быть, я поучаствую, если успею что-то нарисовать. Пишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас иллюстрации на подобную тему, и будете ли вы участвовать, планируете или нет, и что вообще думаете о конкурсах для художников. Ссылочку на конкурс я оставлю в описании, и если тема конкурса вам интересна, не забудьте подписаться на этот канал. Благодарю всех за просмотр, с вами была Поля, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки, всем пока!